То, что этот завод очень нужен, и высочайшая готовность его – это факт. И очередная наука для нас. Как надо работать с иностранцами. Оказывается, не все они белые и пушистые. Поэтому ни на кого не надо молиться. Надо надеяться только на себя. А если на кого-то и выходим, то надо работать, как работают все. Работать с фирмами, пусть чуть дороже, но это должны быть с хорошим именем фирмы, высококлассные. За этот год полностью надо все запустить, этот завод, чтобы он работал. Ну, желательно, конечно, к 150-летию этой фабрики. Если мы в сентябре это сделаем, и у нас будут здесь люди работать, пусть, может быть, не совсем окончательно сделаем, но работа должна кипеть. К декабрю, возможно, нам удастся купить машины, сколько сможем, и начать производство конечной продукции. Я думаю, что где-то... Чтобы не продавать полуфабрикат. Я думаю, вот мы должны за этот год проработать, какие машины надо и какие объемы будем выпускать. И к появлению картона машины должны стоять уже в приготовленном помещении, картон получили, перерабатывать. Совершенно верно. Мы должны полностью импортозамещение осуществлять. Ну, полуфабрикат продавать, ну, жалко. Столько вложили труда, нервы потрепали, и будем продавать полуфабрикат. Передайте послу Александру Николаевичу, что у меня... После всего доброго, что мы сделали для китайцев, у меня с Си Цзиньпинем, я уже скрывать это не буду, будет очень серьезный разговор по этим вот недоделкам китайских компаний. Хорошо. И ты мне подготовь компании и что они не сделали. Я уже ему как-то намекал, но это на ходу было, на ногах. А сейчас мы основательно об этом поговорим. И этим компаниям мало не покажется.